У него енота нет, прикинь. Серьезно? Енота нет. Енота нет? Нет. Шок. Всех приветствую, с вами я, Панда Скуфикс. Усики все-таки обязывают сменить никнейм. Если вы смотрели мои последние видеоролики, то узнаете, что мне тотальная какая-то анлаки преследует. Вроде и хорошие ранги за викендигу, вроде и доначу на сочные паки. В последнем ролике вообще 4 миллиона потратил и ничего не вытащил. Я не знаю, с чем это связано. Может, я проклялся, может, это усы неудачи, я не знаю. И сегодня, друзья, я чувствую, нас ждет что-то грандиозное. Во-первых, со мной сегодня будет моя девушка Влада. Плюс 3 аккаунта. 2 на 19 и 1 на 18. Вот сегодня как будто бы чувствую, что что-то будет грандиозное. Ну и перед тем, как мы продолжим, друзья, напомню вам о моих спонсорах. Это мои отличные друзья из компании Poly, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте вы можете найти множество спортивных дисциплин, удобнейшее приложение. И самое главное, не забывайте, что у них проходит акция 2024. Все подробности будут в закрепленном комментарии. Ну и также, друзья, если вы захотите купить монетки, мой личный сайт к вашим услугам. Там регулярно проходят акции, с помощью которых вы можете бонусом сверху получать еще монетки. Монеты есть на ПК, PlayStation, Xbox, любые платформы. Я сам лично пользуюсь своим магазином, потому что сейчас у нас выходят большие пакетики по 700 тысяч, по 750. Поэтому, естественно, смело могу рекомендовать. Ссылочка будет в описании. 21 задание выполнено, но нас это не интересует. Мы идем к пикам. Начинаем с аккаунта, где 18 побед, и потихонечку будем двигаться к последующим аккаунтам, где по 19 побед. Один из пяти. Это аккаунт с Тоти Месси, если что, начнем с него. Ты смотрел мои последние трансляции. Ты видел, как мне не везет в паках? Я тебе даю сейчас геймпад. Ты сейчас нажимаешь крестик. Давайте без плашек, без ничего, просто сразу открываем сходу. Нихуя! В целом, как бы... Хуже не придумаешь? Хуже не придумаешь, да, на самом деле. Ты это каждый раз говоришь. О, нихрена себе, что у меня упало. А с пилико это и фикир. Ты возьмешь самого дорогого. Ой, не дорогого, а самого того, у кого больше всего рейтинг будет. Ага. И ты попытаешься его внешне описать. Внешне. Я попытаюсь по внешним параметрам понять, кто это. Так, ну он очень в смятении на этой карточке. В смятении? Да, у него явно нет ботокса. Он такой... Полезная информация. Он как будто бы мачо, но он очень нервничает. Он такой... Сейчас. У него темные волосы? Да, темные, конечно. Около лица рука присутствует? Ну да, он прям очень в напряженной позе, он прям... Уф. Но он не покажи позу. Но он не забывает позировать при этом. Ну, скорее всего, это этот урод опять выполнил. В смысле урод? Он очень даже ничего. Ну, в смысле урод в плане того, что он ничего не стоит. Он бразилец? Ты ничего не он стоишь. Он бразилец? Да. Ну, сколько можно? Ну, ладно, это первый аккаунт на 18 побед. 3 Тотса Ла Лиги. Понятно, спасибо. Это продаваемые паки, держу в курсе. Предыдущий аккаунт оказался неудачным. Мы перешли на аккаунт с Подольски. Так, 19-0. Кстати, не хочешь поиграть? На матч за 20-ю победу. Ух, вот это состав. Чувак на 20-0 идет. Что это за говно состав? Я не помню, как я красный или белый. Вот, этим управляешь туда, в ту сторону. Я не знаю. О, слушай, хорошо идешь, смотри. Ёшки, где вратарь? Алло. Слушай, даже отбор сделала. Чувак там, наверное, в восторге, блин. Ух, слушай. Вот какие соперники у меня постоянно попадаются. Посмотрите, она ничего не нажимает, и игра все делает. Она даже пасуется. В каком же он нахуй, наверное, сейчас сидит? Что, что? Я что-то не так делаю? Не, он... Эй, блин! Он меня отнял. А ну-ка, слушай. Как принять? Все, выходим из матча, отдали ему победу. Видите, какая стрессовая игра? Просто человек берет геймпад раз в год и такие эмоции испытывает. Я добрый души человек, на самом деле. Все, друзья, ну вот часто все будет по-другому. Смотри, давай, открывай. Давай, Винисиуса, Джуниора или Беллингема, Камавинга. О, слушай, ну это уже лучше, понимаешь? Ну я бы Камавингу взял. Так, давай еще раз попробуем поиграть в эту игру. Я попытаюсь угадать. Ну давай, попробуй угадать. Он очень напряжен. Опять он? Да. Тут даже отгадывать нечего. И второй шанс. Блин, ну надеюсь, кто-нибудь другой выпадет, блин. Надейся. Не подглядывай. Я не подглядываю. Да не подглядывай. Так не пишу, опять он. Бля, ну это рофл какой-то. Я вам отвечаю, это рофл какой-то. Да, ну, скажем так, чуть лучше, чем на предыдущих аккаунтах. Давай, это продаваемый. Продаваемые. Там, смотри, там одна карточка выйдет, потом за ней другая. А это опять он?
Да ты заебал мою жизнь. Просто вот очередные продаваемые три говнаря, блядь. Так, все, короче, с этого аккаунта мы ливаем, поймали Камовингу, скажем спасибо и на этом. Сделай так. Я потом заскриню. Так, все, забираем здесь тоже 19 побед. Я надеюсь, не этот 93-й придет. Вот не надо, когда ты надеешься, все, пиши пропало. Давай. Короче, если будет кто-то другой 93-й, ты его описывай. Если выше, вообще прекрасно, давай. Опять он? Кроме него никого нет. Блять, это тильт какой-то, блин, опять он. Так, я понимаю, есть кто-то другой. Спасибо. Есть кто-то другой у нас появился. Ура! Другой персонаж, наконец-то. Наконец-таки, давай, описывай его. Так, он очень любвеобильный, потому что он кому-то шлет лучи добра и поцелуев. Какая у него скорость? Это которая скр? Да, скр. 91. Блин, 91 не предел мечтаний, как будто бы. Ой, извините, а сам бы мог быстрее. Не, мой скор вообще 15 где-то. Дойти до холодильника. Так, 91 скорость у него. А удары какие? 68. 68 удар. Ну это какой-то бомж. Это Арауха? Нет. А, Рудигер. Ну, как будто бы ладно. Знаешь, лучше, чем... Лучше, чем что? Чем который нам выпал раз 5. 625 тысяч, спасибо. Это пока что лучшая карточка стоцов Ла-Лиги. Ну, у него енота нет, прикинь. Серьезно? Енота нет. Енота нет? Нет. Шок. Просто шок. Короче, ЦЗшники без енота — это херня полная. Понимаешь, в чем я? Последний пик, давай. Кажется, все еще хуже, чем было до этого. Ты, тут его даже нет, да? Понятно. Ну ладно. Ну и нахера я Шлоттербека качал? Вот в чем вопрос. Но хотя если по статам посмотреть, как будто бы Рудигер покруче по статам, но у Шлоттербека есть енот. Ну, наверное... У него есть енот. И он на поле такой с енотом. Что за странное? Если, короче, синего освещения нет, это значит... А, это как Геншини, когда фиолетовый. Да, 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 как Геншини. Так, на, держи три продаваемых Тотса, Ла Лиги. Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я настолько неудачница, что у меня даже... Да, вот 91 рейтинг максимальный был, прикиньте. Ты меня больше никогда не позовешь. Все, никогда не. Ну, если они наберут 10 тысяч лайков, может быть, еще позову. 10 тысяч лайков они никогда не наберут. Так, на, 10.85 открой. Так, ну что, какой итог можно подвести данного покупинга? Ну, отчасти удача она мне принесла. Рудигер, 94 рейтинг, самый лакерный аккаунт пока что получается именно по красным карточкам. На предыдущем, опять же, Камовинга, а на третьем аккаунте вообще ничего. Ну, лучше, чем ничего, опять же, но все-таки, наверное, я рассчитывал на что-то более интересное, опять же. Не знаю, кто-то может напишет, что я зажрался, может быть, так и есть, я не знаю. Но в целом, ладно. Название для видеоролика есть, напишите в комментариях, как вам данное мероприятие. Судя по всему, Влад немножко нервничал, поэтому не судите строго. Это ее первый раз появление в моем видеоролике. Если наберем 10 тысяч лайков, то, возможно, приглашу ее на какой-нибудь драфтец собрать, например. Все, друзья, с вами был я, Пандос Фиксович, моя девушка Влада, которая уже ушла. Заказывайте у нее картину, вот ее ТГ. Наверняка многие видели, как она меня нарисовала. В целом у него хорошо получается, поэтому еще имейте в виду. Ну и, собственно, все, пишите вам, что самое крутое упало за Тотсы Ла Лиги. Встретимся уже на Тотсах серии А. Я не знаю, насколько это интересно будет. Посмотрим, какие карточки они там выкатят. Получается, сейчас серия А, потом, наверное, алтимейты. И дальше будем ждать новые промо. Все, друзья. Чао, какао.